кончится. Вот и все, друзья, 15 километров, прокатимся по Нью-Йорку и победим в гонке. Нам направо. И уже взяли первое место. Довольно быстро. Еще 14 километров. Довольно интересная гонка. Сколько машин там? Сколько таксистов там? Трамплишку вижу. Через трамплишку. О-хо. Вот это было красиво. Еще бодается. Притормозим резко. Резкий тормоз и сразу по ускорению. Уходим в отрыв на 1.5 секунды. Это реально круто. Какой у нас трафик мощный. 12 километров и будет направо. Притормозим, там еще таксист мешается. Наздрю едем. И маленько подрезали его. Так, нужно дрифт. Нужен дрифт, сразу входим. Получил маленький дрифт. И бонус, конечно, плюс нитро. Ух, сколько таксистов. Хо-хо, как красиво сделали-то. Осталось 11 километров и нужно входить в дрифт. Походу поднимаемся на мост. Да, у нас мост, походу прямой участок будет. И давай-ка ускоримся. Посмотрим, сколько максимально уже. Ух ты, сколько таксистов развелось-то. Влево-вправо, надеюсь, нас не будут таранить. Пускай проезжает первый. А то, походу, будет просто таранить нас. Как-то он слишком быстро уехал. Походу, по сюжету, именно так и должно быть происходить. Максимальная скорость. Прям подстраливает тебе. Набрали довольно много нитро. И сейчас мы все уйдем в отрыв. Вот так, друзья. 8 километров остается. Борьба довольно интересная. Грязная гонка. И мы спускаемся в метро, что ли? Там же очень опасно. О, нам нужно направо уходить. Направо, ускоряемся. И направо. Обалдеть. Мы реально уже в метро без карты. Какой-то звук поезда, мне кажется. Звук поезда прямо позади меня, что ли? О, нужно быстрее ускоряться. О, реально уже фары в левую сторону. Успели. Просто сердце в пятки ушли, еще поезд. Вот это место. Скорость у нас просто обалденно. 240 км в час. Кажется, я вижу выход. Или просто станция метро. Походу второе. И снова на рельсы. О, вижу поезд, налево уходим. Давай-ка все-таки подержимся в левой стороны. 286 км в час, друзья. Это с ума сойти можно. Там будет еще поезд. Влево нужно уходить. Да, вижу выход. И уже выходим на трассу снова. Ох, мы на трассе. Вижу соперник. И нужно, конечно, проучить его за это. Интересно, в какой части города мы находимся. Походу, порт. Если не ошибаюсь. Нужно не избавлять на поворотах. Реально идет просто все по сюжету. Мы не сможем его обогнать, мне кажется. Обычно соперники избавляют очень сильно на таких резких поворотах. Но у нас не избавляют. Поменяем камеру, как не очень-то и удобно. Вот такая камера довольно поудобнее будет. Тут реально очень много контейнеров и нужно как-то маневрировать. Это жесть. Такие острые углы. Держимся, главное не выйти в воздушный кармашек, потому что потом мы очень быстро ускоримся и просто врежемся в контейнер. Держим дистанцию. О, как он ушел в отрыв-то, реально все идет по сюжету, друзья. Невозможно так быстро ускориться. И, друзья, финишная прямая. Мы набрали очень много нитро. Мы 700 метров и сразу ускоряемся. Ох, май гад, как же все круто происходит.